Здорово, народ, на связи X-Привит, и я продолжаю играть Stumble Guys, и у меня сегодня произошел баг в легендарном блок Дэше, и я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели, но не на сам баг, фиг с этим багом, на самом деле самая фишка это в тех ребятах, которые будут играть в третьем уровне, реально, вот сами вот из самого начала, вот посмотрите, да, вот как кто играет, и просто сами для себя назовите, как вы думаете, кто выиграет, вот серьезно, вам будет потом очень сильно интересно, любопытно, потому что там столько ситуаций, из которых ребята выбирались, ну, это просто жесть. Поэтому давайте, друзья, с вас обязательно лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. Лепите свои клевые комментарии. Если вам вообще будут интересны такие еще будущие моменты, то обязательно мне об этом напишите. И, возможно, я тоже буду это снимать. Сейчас я это заснял, контент просто пришел мне в руки. Я захотел, чтобы это было на моем канале. Может быть, это для всех там что-то обычное, но мне было любопытно это посмотреть и заснять. Погнали! What the fuck? What? Wait a minute. Who are you? What the fuck? No. На легендарной карте еще такого не было, ребят, поэтому лицезреем этот новый баг, и давайте вообще посмотрим, чем это все закончится, потому что лично мне, ну, жуть как интересно. Меня вообще выбросило, ребят, оно меня глюкануло, и меня сразу, короче, слило еще до того, как я начал играть, поэтому я просто посмотрю на то, как будут прыгать ребята. Слушайте, а с видом сверху даже неплохо, если бы оно еще, знаете, было бы чуть-чуть, наверное, поближе, было бы очень круто. Но я смотрю, неплохо демон, полудемон, полуангел играет, и неплохо вот этот голый чувак. Мне кажется, что кто-то из них, наверное, и выиграет. Блин, так интересно за этим всем наблюдать, серьезно, ребят. У вас было такое на легендарной карте или нет? О, минусанулся, еще один. А сколько надо, чтобы еще минус четверо было? Ой, улетел. Ну смотрите, ну ангел хорошо играет, да? Полуангел, полудемон. Все, сейчас кто-то улетит. А не, не улетел. Ну и где вы пропали? Давайте, я хочу увидеть, как что здесь происходит. Мне чисто любопытно, а следующий уровень будет таким же или уже будет нормальным? Как вы видите, у меня даже в нижнем углу экрана нету кнопки «Выйти». Стоп, подождите, а где ангел? Он улетел? Серьезно? Слушайте, ну у нас есть прекрасный шанс нормально посмотреть с видом сверху легендарный блок Дэш. Причем будет прям реально легендарный. На обычные мы, в принципе, видели. А вот такие вот, да, вот новые моменты, которые очень сложные, вот с видом сверху посмотреть будет гораздо интересней. По-моему, те ребята, на кого я ставил, вообще ни о чем оказались. Но ангел реально исчез, я не знаю, он был вроде бы. Но голый остался. Ой, сейчас кто-то сгорит. А, нет, не сгорел, я думал, котик сгорит. Минус. Кстати, обратите внимание, голые находятся в самом конце. Я, в принципе, тоже так играю. Я не бегу вперед. Ну, стараюсь не бежать.
Так, давай уже нормальное, самое тяжелое. Хочу посмотреть на самое тяжелое, самую жесть. О, понеслось. Ой, голый сгорел нафиг. Все на свете, осталось трое, ребят. Молодцы. Не-не-не, дракон, все. Не-не-не, подождите. Все, остался котик и орбита. Сейчас кто первый прыгнет, мне кажется, тот и выиграл. Я же говорил. А нет. Орбита вытянул. Котик улетел. Нет, вытянул, прикиньте. Слушайте, ребята молодцы. Держатся, но я даже не знаю, кто из них. Они оба были в такой сложной ситуации. Вот сейчас, кто первый зацепит. Все, котик улетел. Прикиньте! Кто? Давай, давай, давай. Кто? Орбита. Ля, ну они просто, ребят, они просто, ну, реально вытягивают. Сколько уже было раз моментов, в которых они могли реально все улететь, стратить. Давайте, ребята, я хочу, чтобы они дошли до конца, до самого конца, ребят. По идее, им обоим должно засчитаться тогда победа. Ну, кто? Кто? Все, котик. С чем я его, ребята, поздравляю. Вот такая, ребят, потная битва, в которой победил котейка. Ну, мне безумно понравилось, как они там тягались. Но сколько было возможностей улететь, и они выбирались. Но потом в конце, конечно, орбита немного стратил. Друзья, давайте с вас обязательно лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. И обязательно лепите свои клевые комментарии. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. За мной бегает или че? Еще один. Началось. Опасно. Тихо. Вы это видели? Свали. Кто-то из нас один, ребята, останется. Кто-то из нас один. Надеюсь, я. Так, я понял, я готов.